Всем привет, мы снова с вами, продолжаем нашу серию видео о ремонте снаряжения. Сегодня мы будем ремонтировать регулятор Aqualung Calypso. Наш регулятор работал в воде несколько лет, но так как машинка достаточно надежная, сервиса он не просил, мы его и не делали. Сейчас регулятор забарахлил, поэтому будем его ремонтировать. Для ремонта нам понадобится, во-первых, ремнабор номер 125731. Дальше. Ключ гаечный на 34. Шестигранники на 8, на 6, на 5. Разводной ключ. Съемник для о-рингов. Манометр установочного давления. Смазка кислородостойкая. Возможно, отвертка. И наш специнструмент для разбора первой ступени. Итак, приступаем. Первым делом обкручиваем все шланги. Снимаем пробочку. И ключом аккуратно откручиваем шланги. Процедура несложная, не требует специальных навыков и большого ума. Шланги открутили, продолжаем разборку. Используем наш инструмент, вкручиваем его в порт среднего давления, например, чтобы удалить часть, которая отвечает за подсоединение к баллону. Вентилю баллона. Шестигранником на 6 откручиваем. Тут о-ринг, он держит. Удалим его позже. Дальше нам надо удалить вот эту часть, крышку, которая закрывает, собственно, поршень. Открутили. Вот, собственно, процесс разборки практически и завершен. Регулятор очень простой, устройство его элементарное. Осталось удалить эту детальку, вытащить и открутить единственную оставшуюся пробочку. Дальше нам надо удалить о-ринги и фильтр тонкой очистки воздуха. Используем специальный инструмент, чтобы удалить. Вот. Видите, вот там вот есть о-ринг. Вот мы его сейчас будем удалять. Он тут один, собственно. Одеваем, вынимаем. Дальше используем какой-нибудь небольшого диаметра приспособление, чтобы выпрессовать фильтр тонкой очистки. Вставляем его вот сюда. Фильтр. И вот у нас тут есть еще один о-ринг, который тоже надо снять. Вот тут внутри аккуратненько его пытаемся снять. Эту часть разобрали. Осталось два ринга. Один на поршне, один на штоке, один, собственно, вот здесь. Удаляем их тоже.
Так, совсем забыли снять оринку вот еще с этой детали. Вот теперь все точно. Теперь все это в чистку, в уксус. Ну что, мы очистили наши детали в уксусе, после этого тщательно их промыли проточной водой и удалили все загрязнения щеткой. Значит, начинаем сборку, но перед этим нам надо удалить вот эту пластмассовую детальку. Она удаляется крайне непросто, потому что ее тоже надо менять, на ней уже есть выработка, уплотнение уже не полное идет. Поддели к нашим старым деталям. Итак, открываем ремнабор, достаем новые оринги и начинаем собирать. Первым делом возвращаем вот эту пластиковую деталечку. Помогаем нашим специнструментам. Встала на место. Дальше ставим оринги. Шваринг на поршне. Следующий ринг. Одели этот оринг. Старые оринги, которые мы уже заменили, лучше переложить на другое место, чтобы знать, что мы уже поменяли, а что нам еще осталось. Не забыть, чтобы ничего. Так, оринги для этой детали. Подбираем. Ага. Вот этот. Оринг будет поставить не так просто, я думаю. Стоит внутри. Процесс займет какое-то время. Тут важно быть очень аккуратным, не повредить этот оринг. Так, мы его победили. Дальше новый фильтр. Так, поставили. Далее нам надо поставить эту деталь сюда и закрепить ее вот таким орингом. Что нам понадобится инструмент, чтобы его поставить на место. Так, все. Все оринги заменили. Я не поменял вот этот оринг уплотнения с баллоном, потому что он у меня здесь стоит новый и замена не требует. Начинаем собирать наш регулятор. Эту детальку вставляем вот сюда.
Дальше нам надо поставить пружину, поршень и собрать эту часть. Я наношу немного смазки на резьбовое соединение, чтобы в дальнейшем упростить разборку. До конца затягивать пока не будем. Далее эту деталь ставим сюда и точно так же прикручиваем шестигранником на 6. Затягиваем. Используем инструмент, чтобы затянуть с нужным усилием. Усилие очень небольшое. Дальше ключом на 34 затягиваем верхнюю часть регулятора. И начинаем менять о-ринги на шлангах. Как вы помните, о-ринги надо менять каждый раз при обслуживании регулятора. Сейчас я проверю их состояние. Начнем вот с этого. Удаляем. Берем новый. Наносим смазку и ставим на место. Можно почистить. После того, как мы поменяем все о-ринги, мы приступим к сборке нашего регулятора. Мы поменяли все о-ринги, начинаем сборку. Все, на этом регуляторе у нас есть только один порт высокого давления, поэтому начнем с того, что прикрутим манометр к этому порту. Дальше выставляем регулятор так, чтобы нам было понятно, куда какие шланги прикручивать. Соответственно, сюда шланг поддува, основная первая ступень, запасная первая ступень. Собираем. Прикручиваем октопус. Затягиваем. Осталось поставить единственную пробку в пустующую у нас порт. Шестигранничек на 5. Все, мы собрали. Сейчас будем испытывать. Присоединяем наш регулятор к баллону. Берем манометр для проверки установочного давления, подсоединяем шланг вентилятора. Наша задача опять получить исходную 9 бар. Открываем. 9. Ну и подышим нашего регулятора. Дышится спокойно и комфортно. На этом все. Сервис закончен. Ну а мы прощаемся с вами. Удачных вам погружений, вкусного воздуха в баллонах и до встреч на нашем канале о путешествиях, дайвинге и кулинарии.